На ковре номер 4 победил Андрей Гусаров, Москва. Вызываются на 4-й ковер спортсмены весовой категории до 52 килограммов от ИБПБ. Эдуард Мурашкин, Центральный федеральный округ. Олег Копылов, Дальневосточный федеральный округ. Готовится Валерий Сороков, Андрей Ковальков. На 4-м ковре победил Эдуард Мурашкин, Центральный федеральный округ. Вызываются на 4-й ковер Валерий Сороков, Уральский федеральный округ, Андрей Ковальков, Приволжский федеральный округ. Готовится Олег Джиланцы, Григорий Алексеев, весовая категория до 90 килограммов. Thank you.
Николай Гончаров. На второй ковер вызывается красный полный спортсмен. Из Республики Дагестан Загид Гайдар. Синий полный спортсмен из города Санкт-Петербург Касан Мусакаев. На второй ковер готовится Александр Алексеев Филипп Козлов. На третьем ковре победил Талабек Бекетов, Москва. На первом ковре вызываются красный форме спортсменка из города Москва Яна Шевченко, синий форме спортсменка из Краснодарского края Ирина Куликова, Амин Мечелов, Республика Дагестан. Второй ковер вызывается красный форме спортсмен из Республики Адыгея Байзек Хатхур. Синий форме спортсмен из города Санкт-Петербург Булат Багужаев. На второй ковер готовится Владислав Багиян Сулейман Рустам. Thank you.
на четвертом ковре победил Аслан Курбанов, Северо-Кавказский федеральный округ. Вызываются на четвертый ковер спортсмены весовой категории до 90 кг подгруппы «Б» утешительные поединки Саидов, Северо-Кавказский федеральный округ, Самуэл Галстян, Южный федеральный округ. Готовится Виктор Осипенко, Данил Нашламов. Первый ковер Владимира Дежона, Татьяна Зенченко, Приморский край. На первый ковер вызываются красной формы спортсменка из города Москвы Ольга Захарцева, в синей форме спортсменка из Смоленской области Яна Козырева. На первый ковер Донбасса, утешительная встреча категории 48 кг среди женщин Ольга Титова и Ксения Кремова. Thank you.
Thank you.
Внимание, уважаемые призеры, бронзовые призеры и все медалисты, убедительно просим вас подойти в секретариат за анкетами. Уважаемые бронзовые призеры и финалисты, просим вас подойти в секретариат, взять анкеты и заполнить. Уважаемые бронзовые призеры и финалисты, анкеты находятся на контроле формы. Просим вас подойти к контролю формы, забрать анкеты и заполнить. На первом ковре победу одержала Олеся Пасункина, Свердловская область. Спортсменка из Свердловской области выходит в финал соревнований в категории до 72 кг. Первый ковер и вторая полуфинальная встреча в категории до 72 кг. В красной форме спортсменка из Приморского края Татьяна Зинченко. В синей форме спортсменка из города Москва Ольга Захарова. На первый ковер готовятся утешительные встречи до 72 кг. Анастасия Кузнецкова, Яна Козырева. На третьем ковре победил Толобек Пикетов, Москва, и вышел в финал в весовой категории до 52 кг. На третий ковер вызываются спортсмены весовой категории до 68 кг. Утешитель. Thank you.
1 балл спортсмену в красной форме. В атаку идет. А вот здесь 1 балл зарабатывает. Похожая ситуация. Вот здесь, да, разводит руками Кубальков. Но это ситуация 1 в 1. И теперь представитель уже ВХС, тренер, просит посмотреть видеоповтор. Но ситуация 1 в 1. Что там не было остановки, я бы там красному дал. Что здесь не было остановки, я бы здесь синему дал. Но это личное мое мнение. А судьи разобрались вот так. И в обеих случаях приняли сторону того, кто бросал через голову. И на данный момент...